Итак, друзья, если по какой-то причине у вас нет возможности тренировать свои грудные на наклонной скамье вверх, ну нет у вас такой скамьи, которая меняет угол наклона, есть только вот горизонтальная скамья. А верх груди тренировать в принципе нужно, и тренировать его довольно-таки непросто. При этом обычные горизонтальные жимы штанги, либо жимы гантелей, они плохо попадают именно верхнюю часть груди, они больше прокачивают середину, либо низ груди. Короче, друзья, сегодня я вам покажу два очень мощных упражнения именно на горизонтальной скамье, которые точечно попадут именно вверх грудных мышц. Конечно же, они затронут и середину, и низ груди, но очень хорошо вы это прочувствуете, если попробуете, они попадут в верхние сегменты груди. Первое упражнение будет жим штанги лежа. И штангу мы будем ложить не на грудь, там не на середину груди, либо низ груди, а именно на шею. Это упражнение еще называют гильотина. Упражнение необычное, технически довольно сложное. Рабочий вес тут сильно таки брать большой не нужно. Тут очень важно сделать упражнение правильно. Не жадничать с рабочими весами и штангу ложить аккуратно на вашу шею. Итак, это было базовое упражнение, сейчас приступаем ко второму, но это уже будет изолированное упражнение. Это будут разведения гантелей на горизонтальной скамье. Но не обычное разведение, к которому мы привыкли, да, ручки у нас происходят перпендикулярно груди, то в этом случае мы будем ручки заводить немножечко назад. Работать будем не предплечьями, да, не кисти заводить, а именно локти. Отводить локти немножечко вверх, лежа. Таким образом мы будем растягивать именно верхние сегменты груди. Вовлекаются, конечно же, весь массив, как и в предыдущем упражнении. Но во время выполнения вы явно почувствуете растяжение и сокращение именно в верхних сегментах. У нас же грудь на волокна делится, да, если вы посмотрите рисунок вот этот анатомический, как у нас грудь крепится. Она у нас идет волокнами. У нас тут нет фасций, вот этих суставных мышечных сумок, идут волокна. И волокна у нас идут от середины, в общем, такими вот лучами. И подобная техника, когда мы гантель отводим назад, она как раз помогает растянуть верхнюю часть грудных. Отличное упражнение. Короче, сейчас я покажу свой вариант его выполнения. Итак, это было... Итак, друзья, даже вот этих вот двух упражнений вам вполне хватит, чтобы хорошенечко прокачать именно верхние сегменты груди. Это будет отличное дополнение, допустим, к вашим отжиманиям от пола, либо отжиманиям на брусьях, где нагрузка больше попадает на середину, на низ груди. И при наличии обычной жимовой скамьи без изменяемого угла наклона. Вы теперь знаете, как попасть именно верхнюю часть грудных мышц. Друзья, я надеюсь, видео было для кого-то из вас полезным. А с вами был Романов Даниил. Всем удачи, спортивного долголетия и до скорой встречи. Пока, друзья.